Рыдает Россия и Советский Союз. Буквально несколько минут назад ушел из жизни любимец миллионов, легендарнейший российский и советский актер. За его здоровье молились сотни тысяч людей, но, к сожалению, чуда не произошло. Тело легенды кинематографа было обнаружено в его собственной квартире. Он умер вчера вечером, но так как жил затворником, об этом стало известно только сегодня. За последний год на актера свалилась куча несчастий. Он попал в ДТП, болел тяжелой инфекцией и стал страдать деменцией. Его фильмы ждал весь Советский Союз, а магазины закрывались на учет, когда шли сериалы с его участием. Любимец миллионов участвовал более чем в 200 фильмах и 300 театральных постановках. В последние годы жизни он попробовал себя в роли режиссера и музыкального продюсера. На 76-м году жизни ушел народный артист Советского Союза, звезда фильмов «Мираж», «Русь изначальная», «Приказано взять живым», «Свободное плавание», «Груз без маркировки», «Без права на провал», «За поворотом поворот», «Ель во ржи», «Воры в законе», «Одиночное плавание», «Леший 2», «Взять живым», «Тайна виллы», «Старая подруга» и многих других. Единственный актер латышского происхождения, который сыграл во множестве советских фильмов без переозвучки, потому что в совершенстве владел русским языком. На 77-м году жизни ушла легенда кино Арнис Лицетис.